нами на зв'язку людина, яка дійсно знає, я сподіваюся, що там відбувається. Це Мазяр Міан, це експерт-іраніст і автор телеграм-каналу «Революція в Ірані». Мазяр, добрий день. Добрий день. А поясніть нам, будь ласка, от чому раптом вчора вже Іран почав наносити ці авіаракетні удари? Що стало, причиною, що стало тригером? Надо немного вернуться к недавним событиям. Несколько недель назад в Сирии и в Ираке были ликвидированы несколько высокопоставленных командиров КСИР, корпус стражи исламской революции. Удары были нанесены Израилем по Сирии и в Ираке, а впоследствии, которые были убиты эти командиры, генералы КСИР. И я считаю, что ночью Исламская Республика Иран нанес ответные удары в ответ именно на этих нападений Израиля. Что произошло? То есть Исламская Республика Иран говорит о том, что то есть, есть официальное заявление КСИР, в котором говорится, что КСИР нанес удары по израильским шпионским очагам в иракском Курдистане. Также были нанесены удары по Сирии, по суннитским террористическим группам. Это то, что говорит КСИР. Значит, американцы уже опровергли все информации о том, что удары были нанесены по американским каким-либо базам или объектам по, в Ирбиле, в иракском Курдистане, то есть они опровергли эту информацию. То есть ни КСИР, ни Исламская Республика, ни американцы, никто не говорил о том, что удары были нанесены по американским базам. Об этом говорили только украинские телеграм-каналы, они полностью уничтожили в телеграм-каналах все объекты США в Эрбиле. На самом деле все эту информацию опровергли. Вот, в принципе, то, что произошло. То есть удары были нанесены баллистическими ракетами КСИР. Это Фатех-110 и Хейбершекян. Хейбершекян имеет дальность 1400 километров. Фатех имеет дальность 300 километров. А Фатех — это ракеты, которые на 300 километров. Это именно те ракеты, которые Исламская Республика Иран хочет передавать России, и ведутся переговоры о передаче этих ракет. Тобто Америку, ні, я вам скажу так, що це не тільки українські телеграм-канали, російські телеграм-канали теж активно розповсюджували дану інформацію, що були влучання по американських об'єктах в Іраку. І навіть як і пропагандистка відома Маргарітка Сіманян, вона написала, ну це вже точно третя мірова. Тобто ця пропаганда, мені здається, скоріше вона розповсюджувалася з Російською Федерацією, якій дуже вигідно на даний момент зіштовхнути Сполучені Штати і Іран для того, аби відволікати Америку від допомоги Україні. Як мені здається, я так вважаю. Мені дуже жаль, що українські телеграм-канали і некоторі інформаційні канали офіційно розпространяють фейки Російської Федерації і Ісламської Республіки Іран. Оскільки ця пропаганда вигідна іменно Ірану і Росії. И почему... Так, звязок. Наши источники не проверяют, это действительно распространяют, и мне неизвестно. Добре, тоді далі, якщо вже таке сталося ще одне загострення, як далі може розвиватися дана ситуація? Чи в даний момент от, Іран наніс зворотні удари і все, поки чекатиме інших дій з сторони? Мне кажется, что надо ждать, посмотреть, что предпримет Израиль. Эти удары, то есть Израиль и Исламская Республика Иран постоянно обмениваются ударами.
То есть это не новость. Конечно, сейчас эскалация растет, и количество и качество этих ударов увеличивается. Но это не новость. То есть в прошлом были подобные удары, и Израиль наносил удары по территории Ирана, и Исламская Республика отвечала там в регионе через свои прокси-силы, террористические прокси-силы, которые находятся в Ираке, в Сирии, в Йемене. То есть идет такая вот гибридная война, она продолжается, да, эскалация растет. Надо подождать и посмотреть, как реагировать будет со стороны Израиля. Со стороны американцев, скорее всего, прямого ответа по территории Ирана не будет, поскольку не пострадали ни американские объекты, ни американские граждане. Скорее всего, ответ будет от Израиля, поскольку именно бизнесмен, который был убит, известен. Еще раз. Он по неподтвержденной информации он имеет хорошие связи, близкие связи с израильтянами. Ага. Так, і тепер ще коротке дуже останнє питання. От Іран, дійсно, він постачає Росії озброєння, і взагалі оборонна промисловість Ірану дуже активно розвивається. До певного часу вважалося, зараз Росія перегнала, Іран був рекордсменом світу по санкціям. Але для того, аби виробляти таку кількість озброєння, тим паче, ну, якісного озброєння, тому що от шахеди і інші ракети, ну, все, що постачає Іран, воно ефективно себе проявляє. Для цього потрібно багато грошей, для цього має працювати економіка. А яка взагалі ситуація в плані економіки і фінансів в Ірані, всередині країни? Тому що це така закрита країна для нас, і ми не знаємо, що там відбувається, як живуть люди. Во времена президентства Обами велись переговоры между Ираном и США о ядерной программе для того, чтобы убрать все санкции и чтобы Иран, Исламская Республика, вернулась к мировой экономике, могла торговать. Но с приходом Дональда Трампа он вышел из этих переговоров и ожесточил эти санкции. В результате экономическая ситуация в Иране сильно резко ухудшилась. И действительно была очень большая девальвация национальной валюты в Иране. Но с приходом Байдена он вернулся к политике Обамы, ослабил очень многие санкции. Они освободили заблокированные деньги Исламской Республики в Южной Корее, 6 миллиардов долларов. Исламская Республика получила эти деньги уже на своих счетах. Это произошло в рамках обмена заложников, заключенных между Ираном и США, где США освободили эти деньги. С приходом Байдена экспорт иранской нефти выросла, и Исламская Республика получила дополнительные 100 миллиардов долларов от продажи нефти. Это именно результат ослабления санкций с уходом Трампа. Поэтому деньги есть, нефть продается, Китай покупает нефть, и на данный момент я не вижу ожесточения санкций против Исламской Республики со стороны Запада. Але і це до послаблення санкцій дає можливість Ірану виробляти нову і нову зброю, яка на території України зараз фактично стикається з американським зброєю, ну, принаймні, американські системи ПВО. ПВО працюють по іранським ракетам і іранським шахедам, які летять на наші цивільні об'єкти. Я вам дуже дякую. Мазяр Міан, експерт-іраніст, автор телеграм-каналу «Революція в Ірані».